Сегодня глава Росгвардии Виктор Золотов осмотрел технические новинки, поступившие на вооружение в его ведомство, и в том числе увидел «Грачонка». Это катер, который теперь используют для борьбы с диверсантами. Золотову показали другую технику. Это багги, внедорожники, а также автоматы и снайперские винтовки, которыми в самом ближайшем будущем снарядят росгвардейцев. Также глава ведомства обсудил с разработчиками и то, как продвигается модернизация беспилотных летательных аппаратов и робототехники, уже имеющейся в ведомстве. Мы свыше 800 государственных контрактов заключили на поставку вооружений военной специальной техники, которая является не хуже мировых стандартов, а в некоторых аспектах превосходит их. Также мы большое внимание уделяем линейке огнестрельного оружия, принимаем на вооружение автоматы АК-200, АК-205, также автоматы для подводной стрельбы, двухсредные автоматы. Все новые образцы проходят различные тесты. Что еще окажется на вооружении у росгвардейцев, станет ясно после научно-технического совета, который назначен на сегодня.